Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем нашу сагу Застургов. На прошлой серии мы закончили. Нам объявили войну кузаиты. 8600 против 5200. И воюем мы еще с Батанией. 8600 на 3600. В Совете поддерживают заключение мира 87%. И будем получать с них 1740 в день. Но я думаю, что мы сейчас немножко еще пробежимся по ботанийским землям. Натворим делов. И будем с ними заканчивать войну. Армия такая поджала меня прям возле деревни. Я немножко отойду, чтобы боя не было в деревне. А он не хочет меня атаковать. Я думал, он посмелей. Так. Деревня нам не интересна. Так, так, так. Смотрим, тут поймали нашего землячка. На караване тиранят. Так, ну 400 это будет сильно много против моих 200, да, 1 к 2. Надо, чтобы они немножко как-то разошлись. Вот, например. Эх, сейчас я тут вообще встряну. Блин, не выкупил своего счастливчика. По привычке щелкнул. Вот я щелкаю, чтобы посмотреть, чтобы моих не было. А вот эту армию я, наверное, лупану. Эх, темнеет. Ну что ж такое сегодня, а? Ну, будем гнать ее до рассвета. Ночью снимать вообще не вариант. Ночью снимать не вариант. Так, смотрим. Никого улучшить не можем. Можем еще, если дотянем до своей деревни, взять бойцов. Если дотянем до своей деревни, дотянули. Так. Нанять. Все, что есть, с перевесом. И теперь... Давай, 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 давай. Ну что такое? Что ты быстро стал? Ну, кто-нибудь, срежьте его. Блин, да что такое? Фух. Я уже думал, ночью будем биться. Так, отлично. Атаковать. Хорошая позиция, мне нравится вот здесь на холме. Так, все за мной. Они в атаку не пойдут. Так, кавалерия вот сюда. Пехота вот сюда. Стрелки вот сюда. Сейчас посмотрим, что мы тут можем им предложить. Отлично. В принципе, тут еще два холма. Так, стрелки сюда. Пехота сюда. Кавалерия. Заходим слева. Ждем, пока наши подтянутся. Так что подтянулись наши ребята. Смотрим. Так, эти, в принципе, никуда не спешат, да? Хорошо. Так, растягиваем лучников.
Кавалерию заводим во фланг. Так, а пехота вот сюда, вот в низинку. Пойдем немножко позадираем батанийскую армию. Смотрю, там наемники на верблюдах есть. Молодец. Давай, давай, наушников. Зила. Нормально отогнали стрелки. Так, ребят, одну минуточку, сейчас. Так, вернулся, все нормально. Стрелки накидывают. И еще раз. Что ж так в щит било? Так, давай, 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 стрелки, работаем, работаем по коннице. Мазила. Мазила, блин, в толпу не могу попасть. Сейчас я тут получу. Так, пошли они в атаку. Ребята, стены щитов. Кавалерия, заходим во фланги. Так, кавалерия. За мной. Рубанем вот этих ребят. Давай, 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 заходим, заходим, заходим на лучников. Вторая часть кавалерии отогнали. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Не останавливаемся. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Выходим на лучников. Фланг, пехота в атаку, кавалерия в атаку. Вот так подрезал, хорошо. Ох ты, врубился как, а. Так, и стрелков в атаку добиваем. Какой, а? Хорошо его зацепил. Осталось совсем чуть-чуть батанийской армии. Так, пехота вольный строй в атаку. И добиваем, добиваем, добиваем. И победа. Все. 2-4 в известность. Лупанули мы пару батанийских лордов, одного наемника.
Так, смотрим. 255, 266. Пока заберем этих ополченцев. Улучшаем наших бойцов. Смотрим, что мы тут можем взять в плен. Кстати, у нас 79 пленных. Особо тут не разгонишься. Так, что у нас по еде? Забираем всю добычу, лошадей, верблюды. Все остальное 13700 еще на опыт ребятам раздаем. Смотрим, еще 11 человек улучшили. Так, у нас получается 258, а можем 266. Сейчас зайдем во вторую деревню свою. Кстати, ее грабят. Так, с ботаницами хотят заключить мир наш совет. Сейчас мы быстренько успеем вот этого наглого лорда лупануть, который решил пограбить нашу деревню. Помочь. 25 человек. Так, что атаковать? Тавтобоем сделаем. Там ради 25 без потерь полностью разнесли. Взяли в плен. Вот семерых еще добрали. 265. Отлично. Еду забираем. Лошадей нету. Остальное на опыт ребятам раскидываем. Смотрим, что у меня тут осталось в найме войск. Все, добираем лучника. А ну я заберу сейчас всех лучников и новобранцев оставлю здесь. Где-то есть у меня тут новобранца, да? Ботанистские новобранцы. Нету новобранцев. Странно. Ну ладно. Тогда имперского вооруженного торговца отпустим. Так. И вот ботанистского вот так вот. Так, ну что. Надо, наверное, заключать мир с ботанией и телепать на кузаитов. Так, начнем голосование. Хорошо. Ну, не знаю, нет так больше народу. Ну, ладно. Уже коль начали тратить. 50 на 50. Ничего себе. Да не, ну тогда так не надо. Мы воздержимся. Не будет мира с ботаницами, остаемся мы дальше их лупашить. Где-то тут еще ходит армия. Так, счастливчик это мой, принять, выкупим его. Вот армия, вижу, сейчас мы ее пойдем разобьем. Деревню решила пограбить. Нехорошо. Так, а этого мы сможем лупануть до того, как он с армией соединится. Так, скорость у него 4, у нас 4,3, но это он в лесу, да? Я его не догоню. 4,3, 4, он выходит из леса и получает скорость 4,2, у меня 4,1, я буду очень долго его гнать. Поэтому пока лупанем вот эту армию. Так, улучшить некого. Помочь защищающимся. Присоединились еще 99 человек. Отлично. Атаковать.
Позиция, скажем, мягко так себе, да? Идут они в атаку. Стрелки сюда. Пехота сюда. Вроде идут с левого фланга. Перекинем кавалерию сюда. Да, идут они с левого фланга. Растянем, чтобы все лучники стреляли. Пехота стена щитов. Хорошо под лучников идут. Сейчас мы тоже в толпу накидаем. Пошла конница, но там стена щитов съест очень быстро. Хорошо сняла стрелка. Зацепил. Так, смотрим, там 12 кавалерий слева вражеского. Ух ты, проскочили двое. Подключаемся, подключаемся все. Кто-то вольный строй в атаку, конница в атаку, стрелки пошли. Давим, давим, не даем им собраться. Все. Победа. Пятерых потеряли. И разбили армию ботанистскую. Так, я сдаюсь. Конечно, ты сдаешься. Попали вы, ребята. Так, улучшаем наших бойцов. Кто-то тут с плена новобранец. Новобранец присоединился. Ничего себе, ну пускай пока будет. Так. Забираем, что можно забрать, да? Тут у нас уже 94 пленных. Копейщики у меня в плену здесь. Имперские лучники, ополчения. Откуда они взялись? Вигил. Так, отпустим. Где-то я их набрал в плен. Так, забираем все, что есть. Лошадей забираем. Все остальное под опыт пускаем. Так, восьмерых еще улучшили. Завершить. Так, смотрим, что у нас тут тактика улучшилась. Отлично. Так, нет штрафа за дезорганизацию. Так, после сражений. Хороший вот этот вот пирк, мне нравится. Потерять на 25% меньше людей при проникновении в осажденное поселение. Вот это тоже очень хорошо. Уменьшает продолжительность состояния дезорганизации на 15%. Вы можете бежать из сражения, оставляя за собой на 50% меньше солдат. Нет, бежать мы не будем. Мы будем проникать
в осажденные города. Так, стоп. Тут же мы можем нанять ребят. Отлично, и оставить здесь таких, как имперский новобранец, да? Так, ботанический воин клана. Торговцев тоже оставим. Ополчение оставим. Вот, все, полный у нас отряд. Поднабрали. Так, купить товары. Скинем сюда все, что у нас тут может быть лишнего. Так, есть, закончили приготовление. И идем дальше. Вот этот мне... Вот они еще одну армию собрали. Да что ж так... Вот он связался с бандитами. Так, темнеет, темнеет, темнеет. Поэтому мы немножко его отгоним от деревень. И будем где-то его атаковать уже утречком. Так, ну так я думаю, вот как раз думаю, под утро мы его и достанем. Смотрим. Приготовления нет. Так, не продаем мы пока пленных. И как раз вот так вот в чистом поле. Верховный правитель Колодок. Это хорошо. Атаковать. Не даю я ботаницам собраться. Так, мы атакуем. Поэтому пехота пошла. Стрелки вот сюда на холл. Так, стрелки вот сюда. Пехота вот сюда в лесочек. Кавалерия, заходите справа. Так, вот там они будут стоять, да? Хорошо, если они будут стоять там, мы будем заходить и пытаться пробраться вон на тот холм. Поэтому пехота сюда, стрелки сюда, кавалерия сюда. На том холме мы закрепимся. Там нам будет хорошо обстреливать. Так. Инфантри! Пехота сюда. Стрелки сюда, кавалерия вот так вот, вдруг сейчас они кинутся. Будем занимать возвышенности. Так, ну вот тут было бы хорошо, да? Так, стрелочков растягиваем. Вот так. Пехота прикрывает вот сюда. Кавалерия пока стоит там. Я пойду немножко позадираю конницу. Заметили? Где там мои стрелки? А ну цепите их. Так, пехота спина щитов. Так, плохо поработали.
Ни одного всадника не сняли. Ух ты, мне кто-то такой. Вот это накидали сбоку. Так, тихо-тихо. Работаем, работаем по кавалерии. Работаем, работаем. Накидываем, накидываем. Обходить. Так, а ну моя кавалерия, подтянитесь поближе. Давай, 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 раздергивайтесь. Блин. Тихо, тихо. Вот, пошли, пошли. Хотите идти в атаку, да? Так, пехота, ну выдвинитесь вот сюда. Стрелки чуть-чуть поближе. Ух ты! Пристреливается, а? Есть, стрелка сняли. Вот, вот нормально. Так, сейчас стрелки достают. По пехоте. Вот и я достал. Убил, отлично. Хорошо. По мне пристреливается. Достают, хорошо посевают. Все, раздергались, отлично. Так, теперь уходим в тыл. Пехота стоит. Кавалерия готова, стрелки работают. Ух ты, ничего себе, кто-то по мне пристреливается, а? Так, кавалерия обходим. И на удар, давай, 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 давай. Вот сюда, вот сюда собираемся, собираемся. Хорошо. Пехота в атаку, кавалерия в атаку. Отлично. Так, тут они генерируются, есть, голову снял. Сейчас тут пристрелят. Валим отсюда. Так, стрелки подтягиваются. Пехота в настрой. Пехота в атаку. Стрелки в атаку. Кавалерия в атаку. Не даем им собраться. И осталось процентов 25 от армии ботанистской. Достал стрелка. Есть. Есть. И победа. Десятерых потеряли с отряда, но сейчас пополним в ближайшей деревеньке.
Колодога верховного правителя взяли. 14 человек улучшили. Так, что мы тут в плен можем взять? Ребят покрепче. Еды немножко тут было. Лошадей. Столько трофеев, что превышает даже всевозможные улучшения наших бойцов. О, стоп. О, отлично. Еще 16 человек улучшили. Есть. Так, что я тут улучшил? Верховую езду. Вот, отлично. Остался последний перк улучшить. У нас полностью лошадка прокачанная. Так, увеличивает ваш порог. Так, на 50, когда вы находитесь верхом. Хорошо, верховые наездники вашей формации получают 5 брони. Увеличивает броню вашего верхового животного на 20. Верховые наездники вашей формации получают плюс 10 брони для верховых животных. Я вот думаю, что сбивать лошадью, конечно, интересно, но броня лошади нам нужнее. Так что возьмем пока броню лошади. Так, нам надо сейчас забежать в какую-то деревушку, пополниться бойцами и пойдем еще вот погоняем. Я смотрю, кто-то за мной гонится. Так, принудительно продолжить. Шестерых забрали. Сейчас автосохранение пройдет. И пойдем лупанем вот этого красавца. Можете даже все собраться в одну кучу, я не против. Так. Ночь. А ночью я не хочу снимать, да? Так. Еще темно. Уйдет, да? 4-5, да. Я его не срежу. 3-1. 4. Ну вот, может, этого. Не. Быстро бегают ботаницы по своим лесам. И в лесу догнать их практически невозможно. Так. Отклонить. Что у нас тут, кто-то хочет присоединиться, отлично. И я хотел, там нашего выкупили командира счастливчика с плена, сейчас мы ему отрядик засадим. Так, и оборонительная ситуация, чтобы он охранял наши земли и не ходил, не шастал в атаку. Завершить. Это караван. Так, ну. Вот ночью мы, наверное, можем догнать, да? А днем вот никак не можем догнать. Давай. Ну подрежьте кто-нибудь там. Ну чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть, ну пожалуйста. Есть. Ух, вот это я его поймал. Прям аж поднапрягся. Иди сюда, моя радость. Так, отлично. Так, ребят, все за мной. Пока они там будут где-то выбирать позиции, мы подойдем поближе. Так, смотрим, вон туда он на холм идет, да? Значит, мы пойдем на холм сюда.
Так, кавалерию мы ставим по правому флангу. Пехоту сюда. Лучников сюда. Попробуем их обойти. Infantry! Так, пехоту сюда. Move! О, долго ждать. Пока они доберутся, можно пойти попробовать пострелять. Там всего 4 лучника. Поэтому можно как в тире где-то, я думаю. В лошадь попал. Что, они начали двигаться? Да, начали двигаться, ничего себе. Ну, это так, обманочка, да? Это обманные маневры. Так, вижу 4 стрелков. Не понял. Ну что, в атаку пошли или что? Так, стена щитов. Лошадку ему зацепил. Еще зацепил. Хорошая броня. Так, что наши лучники работают. С лошади. Отлично. И вот так вот спину его мазила. Ух ты, его там перевернула. Так, еще 2 всадника пришли. Ну, давай, иди сюда. Так, отлично, разворачиваю подлучников. Да что ж вы его не вырубили? Мазила. Попал. Да ты шо, какой юрт, а? Еще раз попал. Крепкая броня. Так, смотрим, что у нас тут. Пехота пошла в атаку, кавалерия в атаку. Пехота воинный строй в атаку. Они молодцы, на лучников пошли. Я с двух сторон. Ух, крепкий какой батальонец. И размотали. Отлично. И в плен. Так, смотрим. 5 улучшили. 1 с плена забрали. Нам не хватает еще 5 человек. До полного комплекта 74 пленных у меня. Смотрим, что у нас с едой. Лошадки. 7300 на улучшение. Так, вот какой-то красавец с бандитами зарубился. Сейчас мы его... Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Ушел в замок. Так, а что у нас с миром, с ботаницами? 53% поддерживают совета на 2700 в день. Маловато, 53.
Так, 200 защитников в замке, гарнизон 57, ополчение 29, 118 у лорда. Да, бандитов гонять тут не буду. Так, нанять. Заберем пока всех, чтоб отряд был полный. И надо, наверное, собирать армию, да, атаковать замки ботанические. Потому что, да. Вообще, конечно, туда к кузаитам бы перебраться. Но они свои замки еще не подбивали. Что не может не радовать. И армия тут есть наша. В принципе, сюда можно не спешить. И заканчивать с ботаницами, да? Хорошо. Наверное, будем собирать армию, то, что осталось, и будем пытаться поотжимать недвижимость у ботаницев. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки и до новых серий.